Глава Нюрбинского района Борис Попов арестован сегодня. Суд по ходатайству следственных органов заключил его под стражу до 27 февраля 2017 года. По данным следствия, Попов, нарушая требования федерального закона, в прошлом году подписал распоряжение, на основании которого подрядчик по строительству школы в селе Кюндяде Нюрбинского района получил предоплату на сумму в 38 миллионов рублей. При этом работы по строительству школы приостановили еще в сентябре прошлого года. Главе района вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом, как установили следователи, работы по строительству школы были приостановлены еще в сентябре 2015 года. 29 декабря по ходатайству следственных органов Нюрбинским районным судом в отношении главы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля 2017 года. По уголовному делу продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Я считаю, что Борис Николаевич не виноват. Я знаю его порядка 20 лет, еще когда он в Мирном работал в администрации города и района. Знаю с той поры и знаю его как кристально чистого человека, как справедливого человека, который никогда не пойдет на проблемы с законом, никогда ни на что не порушит. Именно поэтому я заявил ходатайство, выступил поручителем его о том, что буду гарантировать, что он будет являться на все следственные действия. К сожалению, отказали в рассмотрении моего ходатайства, и буду обжаловать.